Улан-Удэнский авиационный завод занял 3-е место на всероссийском конкурсе «Экспортер года». Победителей определила Федеральная конкурсная комиссия. Отмечу, доля завода в общем объеме промышленного производства Бурятии достигает 40%. Завод экспортирует поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу. Правительству особенно важно поддержать бизнес в целом и экспортно-ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 миллиардов рублей. В этом году на участие в конкурсе подали рекордное число заявок – свыше 1700. Победителями окружных этапов стали 85 команд. Среди них выбрали 13 победителей, в числе которых и наш авиазавод.